Мне сказали, что когда игра вышла, за победу давали 200 ПТСов. За победу давали 200 ПТСов, когда игра вышла, все были нубасами в этой игре. Никто не умел играть. То есть даже я бы просто сел бы, блядь, я тебе отвечаю, в первый же день. Я бы апнул бы, блядь, больше ММР, чем за месяц этот. Потому что я пришел, когда в игру, все уже играли полгода. Я учился у нее с нуля играть, понимаешь? Если бы я играл бы в первый день, как многие, у меня бы сейчас далеко не было бы 7500. Я бы уже давно сидел бы на десятке минимум. Я не говорю, что я там взял бы 13, там 12 тысяч. Может быть, и не взял бы. Но я бы сидел на десятке 100%. Согласны? Бля, ну так не хочется проигрывать, поэтому все-таки, наверное, возьму... Блядь, или взять бабл? Не, ладно, давайте возьмем этого парня. Похуй на эти два демеджа, все-таки на дистанции они мне все равно окупятся. Я буду насрать на эти два демеджа. Зато сейчас больше демеджа всем нанесу. За счет покупки этой карты. Стату пишет, я написал же пятерку, ребят. Я же пятерку занял, правильно? А, четвертый я занял. Блин, я пятерку себе написал. Сейчас я исправлю тогда. Спасибо, что сказали, а то я нечаянно себе пятерочку поставил. Ты занял 8, а у тебя 4. Нет, чувак, вот это вообще прям, я не знаю, настолько это смешно. Серега, хватит чпонькать, пожалуйста, микрофон. А, все, окей, больше не буду. Ебать, а где твои карты, братан? Ну, сейчас поеву пусть получается. Где у него карта, алё, почему он без карт сидит? Он забыл это сделать? Или он рашит таверну? Так, ну смотрите, энзотика мы точно покупаем. 100%. Дальше что мы делаем? У нас есть две карты, которые в теории на то же соберут триплет. Но есть еще и Мурук с токеном, который тоже хотелось бы купить. Два триплета можно в теории собрать. А куда я поставлю его, ребят? Мурук с токеном. Куда я его поставлю? У меня места нету. Ну чё смеется на кого? Мне с чата видно. Уперся как бараны, никогда признать не можешь, что не так. А я тебя тупо за 300 рублей слил. Получается. Нет. Ты... Нет. Тебе огромное спасибо, да? Ты сегодня у нас выступаешь в роли тамады. Спасибо, что посмешил мой чат. Они тебе реально благодарны. Похлопайте этому юмористу. Ты реально насмешил, поднял настроение всему чату и мне. Да еще и денег поддержал. Спасибо тебе огромное, реально, братан. Триплет Михуру, вот это скилл. Нет, подожди, стой. По факту, я когда покупал Михуру, да, если отмотать игру назад, когда я покупал Михуру, там не было лучшей карты. Мы играем от того, что дают. Неважно, что у тебя там соберется триплет Михуру, или у тебя соберется там триплет крысы, да, там какой-нибудь. Если дают Михуру, да, и это был лучший ход, я его взял. Вопросы какие? А, взял бы триплет Михуру. Да, в тот момент это был лучший плей. Я его взял. И в теории можно собрать будет триплет, и я пойду дальше. То есть из того, что дают. Понимаешь, такая игра. Я бы с удовольствием бы собрал бы не триплет Михуру, собрал бы какой-нибудь триплет, не знаю. Короче, какой-нибудь другой карт, нормальный. Он крысу вот, чтобы триплетом собрал бы, и то выгоднее было. Ну, блядь, давали Михуру, я взял Михуру. Более ты играешь на Минхаузе, а Минхауз такой герой, которым вопросы. Продавай, сука. Кого продавать-то, подожди. Так, ну, вроде это вин, у него осталась только бабка, да, по сути, мы ее легко заберем с вами. И 4 бака уже после, ну все, это вин, вами хуже, сейчас забыл. Хорошо. И сейчас мы возьмем, кстати, дроп 6, то есть мы сейчас возьмем адаптацию на 6 дроп. Я не знаю, насколько это будет сильно, конечно, что нам 6 дропа дадут, но может в теории там какая-нибудь мамаша. Короче, 6 дропы сильнее, чем 5, это логично. Согласны, да, ребят? Ну, я за Калисгоса. Рыба норм, но нету бабов, типа, смысл от рыбы. Если нет бабов, смысл от рыбы. Калисгос это стабильная карта, правда, у меня драконов тоже нет, но я их соберу. Да и сама по себе карта 4-12, она, в принципе, сильная. На 5-й таверне найти драконов, я думаю, нам не составит труда. Кто будет все эти? Пока прицепы все заняты. Так, ну это вин, нет? Ага, ну вроде вин. Хотя, подожди, крыс надо убивать. Хорошо, по-моему, вин. А, нет, ну это вуз, да. Это вуз, но просто поменьше дэмэджа. Это первый вуз за столько ходов, в принципе, норм. Тем более, чувак там, ну, топ-1 сейчас. Нам в идеале поставить 4 карты, да, на стол. По пробафам, наверное, Калисгоса будем бафать, он самый сильный у нас. Мне кажется, норм. Ну, триплет, конечно, мне кажется, это должно выигрываться. Вот, смотри, аннигилятор на этой стадии, он силен реально. Вот у чувака он очень сильно зашел. Он сейчас очень силен зашел. Но на той стадии, блядь, сука, заебал, иди в пизду, реально. Больше не буду про ничего говорить. Ну, хотя бы забрать его. Молодец. Хочу карту, блядь, отдай мне такую. Слушай, неужели это ус, реально? Пиздос, реально ус? Ты шутишь, что ли? Хорошо, я реально занервничал. Но здесь максимум ничья была бы, да, выкинуть. Выкинули опасного оппонента, у чувака был он один, а это прям реально сильно.
Ну ладно. Бля, на баблисту, кстати, можно проиграть. Без шуток, баблисту можно проиграть. Или нельзя уже? Хорошо. Блять, проиграли. Но ничего не сделаешь, бабу это очень сильно. Сколько? Поменьше демеджа, пожалуйста. 11. Блять. Ну тут похер, у меня и так, наверное, выкинут, да? Есть смысл поставить гомунку. Какая разница, будет 9 у меня хп или 7, да? Наверное, есть смысл поставить. Похер уже на хп. Скорее всего, любой карты меня убрасывает. Дали жмурика. Это шанс. Это реально шанс. Сейчас надо будет искать. Я вот не знаю, вапаться искать на Дину, что ли? Конечно, каждый ход это сильно, да, пробафует стол. Ну, блин, там бабы. Против бабы подмечены, конечно. Что делать? Искать на Дину? Нужны бабы, реально. Без бабов, типа, стол прикольный. Но каждый ход максимум пробафуйте на 7-7, там, да, на 5-5. Это слабо. Я могу просто по темпу сейчас просесть, и все, топ-4 есть, хорошо. Против него я бафую стол. Но следующий ход я буду искать на Дину тогда. Похчамп 1-1. Да я не думал, что мне хватит маны, что-то засмотрелся, потом вспомнил, что у меня 2 маны стоит покупка. Ну ладно, это не катастрофа, ребят, в конце. Не, ну это вин, ребят, это вин, у него 1 хп, он проиграл. Страсти накаляются. Давай то 1x1 останемся, пожалуйста. Давай 1x1 против кого? Против механизма. Я бы против драконов хотел поиграть. Типа, чувак на мехах, мне кажется, он нас вынесет. Что делаем? Вопрос. Вапаемся, ищем на Дину. Или дальше бафаем стоп. Просто у него бабу. Я знаю, что бабу мы проиграем. Maybe даже я хотел бы гулю искать. Крошер, Надя, 3-3. Она может, да, упасть в теории? Блин, может быть, реально стоит. Ну, тут не знаешь, как чувак напишет. Бля, надо было брать крошер. Первым поставить. Хуя первым, если она с бабом. Стоп. Момент истинный. Изначально могу сказать, что у парня очень сильный стол. Блин, ну типа сильный, потому что бабы против меня, против дракона, я ничего не могу с ними сделать. Я попытался найти, но видите, просто он КД их обновляет. Хорошо. Вин. Да, это вин! Но не стоит расслабляться, у него еще 24 хп, надо выиграть еще как минимум раза 2-3. Окей, окей. Что делать? Бафать стол? Или ролить на Дину? Я буду ролить на Дину. Типа, бафать стол, смысл? Блин, это 1-1, вообще ничего не решит. А найденная гуля, например, да, решит многое. Попробую один ролл сделать на Дину. Можно попробовать хпшку пробафать. Типа, две карты на хпшку. Яд! А че, куда я его закину, яд, блин? Давайте бафнем, ладно. Видите, здесь это не особо зарешало, конечно. Хотя он остался без пробаф, ребят, это вин. Мне кажется, это вин. Все, это вин. Ну, блядь, он никак не затащит одной карты, типа, забейте, все. Можно выдыхать, ребят. Не знаю, насколько здесь гуля, конечно, сыграла. Она бы круто сыграла, если бы я поставил... Ну, если бы он первый бился. Он бьется первый, минус гуля, и потом я разбиваю таунты. Ну, это заслуженный топ-1. Какой чат взял топ-1, ребят? Куда вы там пырхаетесь? Вы взяли топ-1. Ваше топ-8 сейчас вам запишу. Это я в соло выиграл один. Топ-1, мое.